Приветствую вас, дорогие друзья! Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать колокольчик, а мы начинаем! Недавно Алла Пугачева оказалась в неприятной ситуации, ее выгнали из кинотеатра. Молодой муж Максим Галкин показал, что потом случилось с Примадонной. Максим Галкин до недавнего времени был активным пользователем соцсетей. Однако сейчас шоумен забросил свой аккаунт. Впрочем, телеведущий поспешил объясниться с поклонниками. Он сообщил, что очень занят работой, съемки у шоумена почти каждый день. Поэтому на полноценную активность в соцсети у него просто нет времени. Вероятно, когда артист наконец оказывается дома, то ему не до интернета. В роскошном особняке Максима Галкина ждут его 70-летняя супруга Алла Пугачева и 6-летние двойняшки Гарри и Лиза. В том, что он нужен, можно не сомневаться. Шоумен опубликовал видео, на котором запечатлел буквально прилипших к окну членов семьи в тот момент, когда он поднимается по ступенькам к входной двери. «Приехал со съемок», — коротко написал Максим под роликом. На записи видно, как Алла Пугачева и их дети синхронно маршируют. Это видео привело в восторг многих подписчиков инстаграм-аккаунта Галкина, в том числе и знаменитости. Так, автор песенник Игорь Николаев написал: «Во-первых, люблю, во-вторых, соскучился». А певица Анна Семенович добавила: «Мощная бригада». Спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь. До встречи!